В Свято-Андреевском морском кафедральном соборе Североморска военнослужащие кораблей воинских частей Северного флота приняли участие в торжественной встрече мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Молебен возглавил епископ Североморский и Умский Тарасий. В событии принял участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, а также жители города. Североморцы также смогли прикоснуться к ковчегу с мощами и иконе святого великомученика. К принесению из Свято-Троицкой Сергиевой лавры ковчега с частицей мощей Георгия Победоносца в 100 городах всех 89 регионов Российской Федерации приурочено совершение молебнов о победе российских военнослужащих за их скорейшее возвращение домой к своим семьям.